Всем привет! Вокруг скандала Стаса Пьехи и Ирины Безбородовой до сих пор не утихают страсти. Прошел уже месяц, как жена арбитра накинулась на 7-летнего сына певца. Петя испортил чужой бассейн, а за это соседка бросила ребенка на землю. Теперь и знаменитая бабушка Стаса тоже решила заступиться за правнука. Я не знаю, кто прав, кто виноват. Меня там не было. Петя, по словам Безбородовой, псих, беспризорник. Это ложь, заявила народная артистка. Он приезжает ко мне с мамой и бабушкой. Он абсолютно нормальный и ухоженный ребенок. Часто звонит бабушке и тете. Петенька мой любимый правнук. Как заявили родные народные артистки, Эдите Станиславовне стало плохо после новостей о случившемся с правнуком. Сам Стас Пьеха нанял адвоката, чтобы наказать обидчицу сына. После скандала в поселке Рощино на Ирину Безбородову завели уголовное дело. Но через неделю жена футбольного судьи написала встречное заявление на 7-летнего мальчика. А затем и вовсе заявила, что разозлилась не из-за бассейна, а потому что испугалась за своего полуторагодовалого ребенка в доме, куда забежал отпрыск знаменитости после шалости. Тем не менее, Безбородова ударила Петю о землю, из-за чего тот получил сотрясение. Бывшая жена певца утверждает, что сыну предстоит длительное лечение и работа с психологами. Добавим, что в настоящее время продолжается расследование дела, назначена судебная экспертиза. Нападение было снято на камеру. По словам адвоката Пьехи Сергея Жорина, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!